Было бы наивно предполагать, что Тюрин действовал в своих интересах. Нет, безусловно, он совместил приятное с полезным. И то, что он мразь и подонок, это мы не обсуждаем. Но то, что он имел на это указание, это тоже очевидно. Другой вопрос, что очернять всю Федеральную службу безопасности Российской Федерации нет никакого смысла. Там работает очень много замечательных кадровых офицеров и принципиальных людей. Но, однако, там образовалась вот такая группа беспредельщиков, и их руками не один Денис там был убит, или, скажем так, судьбы их были поломаны. Знаменитое дело Сугробова, генерала МВД, который получил 22 года или вот-вот получит колонии, при том, что его заместителя, генерала Колесникова, ну, так сказать, можно, конечно, говорить, это из той же серии, что Вороненков жив, они потом сказали, что это не он. Он каким-то образом выпал прямо с допроса, с пятого этажа, по-моему, здания Следственного комитета. Вот как-то упал с балкона. А они потом сказали, что сам упал. Потом чувствуют, что перебор, сказали, это был не он, а кто. Ну, про него, про Дениса они тоже долго рассказывали.